Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас очередной выход. Выехали мы собирать верховые монетки. Что из этого выйдет, вы увидите. Меня узрели, значит, что-то есть. Сегодня видео интересно тем, что мы сегодня будем посвящать молодого комрада в наше сообщество «Поиск 63». Он на самом деле молодой, из-за этого у нас будет сегодня посвящение. Посвящение традиционное. Как я, автор нашего сообщества, я должен посвятить юного кладоискателя в наши ряды. Но так как он у нас несовершеннолетний, у нас оказался папка, и будет переводить его в кладоискатели именно папка. Какие традиции, ребят, вы сейчас все узнаете. Вступление есть, посвящение сейчас будет. Так что смотрим, наматываем на ус и чтим традиции кладоискателей. Ребят, торжественное посвящение молодого комрада. Слушаем внимательно и делаем так же, что касается молодого поколения. Я, комрад Ярослав, торжественно клянусь накапывать явки и быть преданным нашему сообществу. Ура! Итак, ребят, официальное посвящение осуществляется вот каким образом. Ярик. Так, стоп. И вот сейчас официальная самая традиция именно нашего посвящения. Посвящает Сергей своего сына в ряды наших кладоискателей. О! Ну и все, ребята, вот и все. Элементарное посвящение. Получает логотип нашего сообщества «Поиск 63». И он теперь почетный член нашей группы. Держи. Ура! Не подводи. Тройное гип-гип. Класс! В общем, ребят, вот так вот мы сделали открытие сегодняшнего дня на 1 мая. И Ярик, наш комрад, новый член нашего сообщества. Молодой, причем, ребят, молодой. Ему всего-навсего 12 лет. И теперь он будет с нами копать и чтить традиции, да? Закапывать я. В общем, компания давай. Закон соблюдать. Верно? Все. Официально все это сделали. Ну а теперь отправляемся вот на эти холмы и посмотрим, что там холмы скрывают. Итак, ребят, ну что, новоиспеченного комрада, которого мы приняли сегодня, прям буквально считанные секунды, в наше сообщество поднял 2 копейки Александра II, царица полей. Рустик там. Ух ты! Твою налево! Твою сука!